Этот отчет похож как наградной лист, который отправляют в Москву в Кремль для того, чтобы получить звание Героя Труда. Но если этот же отчет сравнивать с отчетом Одинцова, за который депутаты поставили двойку, то все цифры и положения в городе Орске оказываются хуже. В прошлом году мы задали 81 вопрос главе, и он встретился с нами. Сегодня глава ушел от встречи, значит, отсутствует мониторинг проблем, ведь журналисты столько болевых точек подняли. Поэтому можно было бы, наверное, создать какую-то энциклопедию этих болевых точек. Но даже вот через лупу мы смотрим в этом отчете, нет ничего подобного. Даже между строк здесь ничего не написали.